Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале «Доступная реабилитация». И сегодняшняя тема у нас будет, наверное, интересная, потому что, как говорится, мы будем использовать подручные средства в плане реабилитации. Соответственно, сегодня у нас тема посвящена все-таки неврологии, последствиям инсульта, гемипарезу. Но почему-то у меня в руках костыль, который применяется чаще всего в травматологии. Смотрите, друзья, у меня было видео о свободном движении парализованной ноги, руки. То есть, когда мы ходим, да, у нас есть естественный отмах руки. Парализованная рука, она напряжена в большинстве случаев, и, как правило, ей особо не помашешь при ходьбе. Тут, конечно же, друзья, тема такая немного вырванная из общего контекста, потому что, разумеется, движение рукой зависит от состояния не только руки, но и от состояния плечо-лопаточного сочленения, от вашего шага, от восстановления мышц туловища и так далее. Но мы возьмем конкретную проблему, когда рука зажата. На канале было видео, как ее раскачивать, как ее, раскрепостить. Но в большинстве случаев люди, пытаясь совершать маховые движения рукой, рука уходит в тонус и получается вот что-то вот такое, да. То есть если у нас зажимает двуглавую мышцу, то, соответственно, и свобода движений в значительных объемах снижается. И тут мы постоянно практикуем, постоянно подбираем какие-то индивидуальные решения тех или иных проблем у конкретных пациентов. И, соответственно, мы опять же, это случай из практики. Итак, друзья, смотрите. У нас с вами несколько вариантов фиксации руки в локтевом суставе. Один вариант – это как следует растягивать мышцы, чтобы рука расслабилась, и уже выполнять какие-то движения. Второй вариант – фиксация руки тутором, локтевого сустава тутором. Но здесь большинство вот этих ортезов жесткой фиксации, они все-таки имеют определенный свободный ход, там малокомфортны в некоторых моментах. И вот мы искали какой-то третий вариант, как же запустить, не дать согнуться руке во время упражнений. И вот здесь у нас… Нам, грубо говоря, под руку попался костыль. Смотрите, друзья, мы не будем говорить про высоту костыля, а точнее я его сделаю, эту высоту, самой маленькой. То есть вообще как бы не по мне костыль. Нам нужна вот эта часть. Подмышечный упор и кистевой упор. О чем я говорю? Смотрите, если сейчас мы отрегулируем костыль не по травматологическому профилю, а именно под наши задачи. Я совершенно с точки зрения регулировки костыля под травму совершенно неправильно сейчас все сделаю, но задачи у нас чуть-чуть другие. Итак, друзья, что я имею в виду? Смотрите. В большинстве случаев, если мы говорим про тонус в руке, про сгибающуюся в локте руку, то, как правило, в этой ситуации кисть с пальцами тоже зажата. Но у большинства пациентов есть возможность расслабить руку. Что я делаю? Я опустил кистевую ручку костыля так, чтобы я брался за костыль, он у меня упирался в подмышку, костыль упирается в подмышку, рука у меня в локте прямая, то есть ей сгибаться некуда. Если я, допустим, гипотетически, тонус в руке, я растянул локоть, я разработал пальцы, я вложил костыль под мышку, я положил руку на кистевой упор и напрягся, сжал кулак. Все. Вот здесь у большинства наших пациентов это жадная, патологически жадная рука, не вырвешь потом костыль.
Он упирается в подмышку, он держится, рука крепко держится за кистевой упор. И здесь вы можете, смотрите, друзья, вот из этого положения вы можете делать движение рукой. Совершенно спокойно. Упор в подмышку не даст руке согнуться. Вы будете поддергивать его себе, поджимать подмышку, но пальцы будут настолько крепко держать из-за спастики, что рука не сорвется и не согнется. И вот здесь мы можем, друзья, уже с вами отрабатывать мах рукой, свободные движения рукой. То есть вот здесь вы взялись, смотрите. Это мне показывали пациенты, многие, которые то видео смотрели, когда мы отрабатывали отмах рукой. Начинают делать, рука потихонечку сгибается, 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 амплитуда колебаний уменьшается, и все, она зажалась. Вот таким образом. В этом положении у вас будет, да, напрягаться кисть, но рука не будет сгибаться в локте. Она не сможет согнуться в локте. И вот здесь вы можете потихонечку начинать раскачивать руку. Делать вот эти движения. Прямой, фактически, рукой. Также, друзья мои, если костыль жестко стоит под мышкой, можно, смотрите, мы, а точнее я очень не люблю и с огромной осторожностью разрешаю своим пациентам ходить в локтевом тутере с жесткой фиксацией локтевого сустава своим пациентам с гемипарезом, там, допустим, после инсультов. Почему? Потому что это очень опасно. Если, не дай бог, человек начинает падать, рука в этом положении прямая. Здесь ортез, кисть пальца, плечо не защищены от травмы при падении. Это очень небезопасно. Если у нас с вами в руке костыль, то фактически, даже если предположить падение, то костыль убережет руку от прямого падения на руку. То есть, в принципе, это относительная, но все-таки страховка от получения сильной травмы, тяжелой травмы. Но вот с таким костылем, сильно укороченным, если у кого-то, друзья мои, есть рукастые родственники, можно вообще отпилить вот эту часть, если вам костыль не нужен, и оставить себе только кистевой и подмышечный упор. Можно, в принципе, конструировать такую штуковину, которую вы будете вставлять под мышку по длине вашей руки и браться за упор. И вот здесь вы можете начинать отрабатывать шаг без опоры с включением руки. То есть вот эти движения. Так ходите, как угодно. И уже здесь рука не уйдет в спастику. Костыль ей не даст завернуться сильно внутрь, потому что при ротации в плечевом суставе вам надо совершить вот это движение. Повернуть плечо внутрь, чтобы оно ушло. И оно, как правило, так и поворачивается. Да? У нас сгибается рука в локте. И почему она прижимается к туловищу? Потому что идет внутренняя ротация в плечевом суставе. Но вы здесь держитесь, и здесь у вас идет упор в подмышку. И повернуть руку практически невозможно. Соответственно, что дает вот ходьба с костылем без опоры на костыль, но ходьба с костылем в пораженной спастичной руке? Она дает фиксацию от сгибания в локте и от внутренней ротации в плечевом суставе. То есть полностью противостоит формированию вот этой порочной позы. Точно так же у нас еще здесь и страхуется лучезапястный сустав. Потому что когда пальцы полностью сжимаются в кулак, дальше идет сгибание кисти. Но если вы правильно выбрали длину, то длины руки не хватит, чтобы согнуть, повернуть и скрутить кисть.
как бы я ни хотел, вот я пытаюсь ее скрутить, она поворачивается, но не до конца. И ходьба или какие-то упражнения, там, допустим, на равновесие. Вы можете совершенно спокойно с костылем отрабатывать шаг, перенос веса тела на пораженную конечность. То есть масса, вот даже на канале масса видео с упражнениями, которые можно выполнять из исходного положения стоя, вот с таким упором в руке. То есть это не ортез, хороший шарнирный ортез стоит в 5 раз, как минимум, дороже, чем один алюминиевый костыль. То есть один алюминиевый костыль в среднем стоит где-то, ну, в Москве 800 рублей. Простенький алюминиевый, вот такой. А среднестатистический шарнирный локтевой ортез с полицентрическим шарниром стоит в районе 6,5-7 тысяч рублей. Разница, друзья мои, ощутимая. Конечно же, использование непосредственно адаптированного к проблеме оборудования, такого как ортез шарнирный, оно, конечно, более удобно, более функционально. Ну, хвалить эту штуку можно долго. Но если у вас с вами не работает специалист-реабилитолог, который использует, эффективно использует данное оборудование, то, допустим, для фиксации руки, чтобы она не уходила в патологическую, в порочную позу, как такой кустарный практический вариант, можно использовать костыль. Вот, друзья, один из вариантов, опять же, такой подручного выхода из часто складывающихся ситуаций. Казалось бы, несовместимое с проблемой оборудования, на самом деле можно использовать весьма и весьма эффективно. Пробуйте, друзья. Если какие-то вопросы возникают, пишите в комментариях. Если кто-то попробовал, отпишитесь, расскажите, сработало, не сработало. И если не сработало, то почему? Мы подумаем, попробуем как-то еще усовершенствовать эту же тему, эту проблему. Нам нужна ваша обратная связь, потому что одно дело, когда мы работаем со своими пациентами, здесь все уже отлажено, настроено, как говорится. Ну и мы, собственно, давно в этой области работаем. Когда вы даже по видео сами пытаетесь как-то адаптировать свои занятия, то очень интересна обратная связь, что получается, что не получается. Исходя из этого, я уже вношу какие-то корректировки в те видео, которые делаю для вас, друзья мои, чтобы они были более применимы на практике без нашего участия. Вот как я могу сказать. Все, друзья, если у вас остались вопросы, вы можете написать в комментарии. Можете написать нам в WhatsApp. Друзья мои, сразу хочу сказать, наверное, уже в сотый раз, что я далеко не всегда могу ответить на какие-то вопросы, которые мне пишут в WhatsApp. Потому что когда мне пишет человек, что 3 года назад перенес геморрагический инсульт, плохо работает рука, какие упражнения мне делать, ну, сами понимаете, очень общая информация, которую я... по которой я не могу дать объективную информацию, полезную информацию для человека, задающего этот вопрос. Когда идут более конкретные вопросы, ну, допустим, да, там, парез стопы, можно ли использовать стоподержатель? Или парез стопы, использую стоподержатель, а что же у меня не восстановятся мышцы, или что мне еще делать, чтобы мышцы не атрофировались? Конкретный вопрос, конкретный ответ. Расплывчатый вопрос, общий вопрос. Я, к сожалению, в первую очередь, чтобы не навредить, понимаете? Написать, бумага терпит все, написать можно все, что угодно. Но я принципиально не отвечаю на такие вопросы, потому что я не хочу, чтобы человек сам себе навредил, моими, пользуясь, руководствуясь моими ответами, которые никак могут не подойти к его конкретной ситуации. Все, друзья, если кому нужна реабилитация, все наши координаты в описании к каждому видео. Любое видео, которое открываете,
заходите в полное описание, там все наши координаты. Заходите на сайт, смотрите все наши программы. Мы работаем и с выездом на дом, и у себя принимаем, и онлайн формат. Сейчас планируем через пару месяцев запускать уже онлайн занятия для других регионов, не для Москвы, то есть как бы... Подробная информация об этом я сделаю прям отдельное видео, напишу в сообществе, напишу на сайте, как это все у нас будет работать. Сейчас пытаемся максимально эффективно скомпоновать вот эту задачу и реализовать ее. Увидимся, друзья, с вами в следующих видео. Уже скоро. Всего вам доброго и будьте здоровы!